Здравствуйте. Сегодня ознакомимся с кондуктором для установки мебельных петель на 35 и 26 мм. Комплектация руководства пользователя. Основание кондуктора. С его тыльной стороны находятся регулировочные упоры, боковой ограничитель, шестигранный ключ и сверло 2 мм. Направляющая для сверла Фостнера. Смена регулировочной втулки под сверло Фостнера 26 мм, которого нет в комплектации, оно приобретается отдельно. Стопорное кольцо. Сверло Фостнера 35 мм в футляре. Берем сверло Фостнера, вставляем в направляющую. Фиксируем стопорное кольцо. Выставляем глубину сверления по мебельной петле. Устанавливаем направляющую в кондукторе. Прикладываем с тыльной стороны кондуктора петлю, ориентируясь на режущие кромки сверла на глубину чашки. Регулируем вылет сверла и закрепляем стопорным кольцом. Предварительно выбрав глубину установки петли от передней кромки регулировочными упорами. Упоры регулируются шагом в 1 мм. Устанавливаем кондуктор на обрабатываемую деталь. Берем для фиксации кондуктора на заготовке клещей Woodwork. Закрепляем кондуктор. Зажимаем сверло Фостнера в электроинструмент для сверления. Сверлим глухое отверстие под петлю. После обработки убираем направляющую со сверлом и засверлим отверстие сверлом 2 мм под саморезы для конкретной петли, выбрав из трех заданных точек на кондукторе. Или убираем кондуктор и засверливаем отверстие по петле сверлом, входящим в комплект.